Вот как пастор Александр проводит выходные, уикенды с Надеждой. Замечательная у них здесь фазенда. И пришла осенняя уборка урожая. Листья золотые. Было бы неплохо, чтобы они все превратились в доллары. Чтобы доллары загребать вот так грабля. Брикеты золота. А здесь уже готовится огонек на шашлычки. Коптилка. Здесь можно закоптить рыбку, мяско. Золотая осень, октябрь 2013. Лебедено, родина. Терещенко. Вот тут прошло Сашино детство. Что? Тут прошло Сашино детство. Ну да. А теперь он здесь хозяйнует. Хозяйнует. Дед с неба смотрит и думает, ну смешно. Такой внучек хороший, послушный, ухаживает за его фазендой. Листочки загребает, орешки собирает. Ну да. Папка в Америке посмотрит и скажет, о, я тоже хочу в Лебедено. Батя сильно дядь теперь. Вот, Володя жарит курицу. Сейчас будет очень вкусно, да? Да, очень вкусно будет. Ароматы. Ароматы.
Вкуснятина. Ну скажи пару слов, передай привет в Америку. Привет Америку. Привет Америку. Пожелай им что-то хорошего. Пожелаю. Ну, удачи. Удачи. И счастья, да? И счастья. И здоровья. И здоровья. Побольше. Побольше. Ну и все.
да. Вот кто поел орехи в этом году. Рыжая, пухнастая. Белочка в народе, говорят. October 29, 2013. Замечательный отдых на фазенде Терещенко. Белочка прыгает по веткам. Опа! Ну что, хорошего понемножку. Праздник закончился. Начинаются веселые будни.